Ну что ж, финалисты нам в студию. И это раз, два, три! Электрофуд в финале! Давайте определим. Понеслась, два раунда по полторы минуты. Давайте, ребят. Су-е-фа. Еще раз. Потом он скажет еще раз. Су-е-фа. Еще раз. Су-е-фа. Ножницы. Электрофуд. Твой раунд. Спасибо. Следующий. Давай, Жека, второй раунд. Полторы минуты. Артем. Пит. Судье нужно несколько минут, чтобы определиться с победителем. После чего будет небольшое выступление, небольшой проигрыш от нашего судьи, дабы он продемонстрировал, что он действительно достоин судить таких профессионалов. Поэтому несколько буквально минут судья нужно подумать, и мы узнаем, кто выиграл этот батл.